Привет, я Роман Кретов, и это «Мужская кулинария». Сегодня я покажу вам, как разделывать курицу. Разделка курицы на самом деле очень простое занятие, но многие люди ленятся и покупают уже готовые части. Купив целую курицу, вы можете сэкономить. Я покажу вам, как быстро и без проблем разделать курицу. Итак, мы приступаем. Сейчас я вам покажу, как отделить бедра от курицы. Нужно найти сначала тазобедренные кости. Она очень хорошо ощущается, вы можете взять курицу, взять двумя пальцами, пережать пленку около ноги. Вы сразу заметите, что она болтается, соответственно, по этой пленке и надо разрезать курицу. Мы разрезаем вдоль до тазобедренного сустава. Дальше мы слышим характерный хруст, и курица, нога вылезает из тазобедренного сустава. Дальше надо просто отрезать его от курицы, отделить. Дальше мы также отрезаем вторую. На бедре могут быть жировые прослойки, если при желании вы можете их удалить. Далее мы будем отделять хребет от курицы. Удобнее всего перевернуть вот так курицу и разрезать вдоль грудной клетки. Вы также услышите характерный хруст ребер. Вот у нас развернутая курица, вот грудь. Вот хребет. Здесь делаются два надреза. И у нас получается отделенная куриная грудная клетка. Далее мы отделяем крылья. Пережимаем пальцами, чувствуем, где сустав. Там и нужно сделать разрез. Хребтовую часть вы можете выбросить, а также вы можете ее оставить, заморозить и потом использовать для того, чтобы сварить бульон. Дальше мы будем отделять филе от грудной клетки. Сначала нужно снять кожу. Мы ее оттягиваем пальцами и режем по пленке. Кожу выкидываем. Вот у нас получается две куриные грудки, которые надо отделить от кости. Что мы делаем? Мы переворачиваем, нащупываем кости, соединяющиеся с мясом. Там и нужно делать надрезы. Прямо по кости. Продолжаем резать по кости. Нож может упереться в кость. И чтобы этого не произошло, двигайтесь прямо по кости. Получается гладкие куриные филешки. Таким образом у нас получилось филе куриной грудки, два окорочка и два крыла.